Класс, блин. Рассказываю, потому что факты вижу. Ну это факт, что это китайцы. Ты рассказываешь Иордану, я рассказываю тебе. Китайцы точно так же играют, ты не поверишь. У них, блядь, нету больше рук. Охуеешь, наверное, от этого. И пальцев, прикинь, тоже столько же, сколько у тебя. А голова меньше размером, соответственно, ты должен быть мумнее. Но что-то не похоже. И печёлька маленькая. И больше, чем у Тимура. Меняемся. Писька. Сразу все Эйнштейны повылезали. Яичко. Дамаж давай. Добрал. Настроения нет. Блин, Мили, вы серьезно? Надеюсь, вам понравится мое изобретение. Вы молодцы. Повесить соберу. Короче, и таунти мобов. Он не стакл. Не бейте, не бейте их, не бейте их. Ром, садись. Вот и выпили все быстро. Это самая сложная капсула, ребят, по Рома? Дамагу. Черножок. Колбас, кричи. И от лица отойдите. Крутится. От чего? Два. Нина? Шок. Добрал. Ром, ты живой? Черножок, не пересиди, там еще Ромина сидит. Вышел. Забрал. А ты еще один будет взрыв или как? Нет, все, сейчас побежим уже. Ну здесь лишний пилон, а там наоборот. А, там все достаточно, все хорошо. Забрал. Аккуратно, мобов этих убьем сейчас. Дебафы выносите. Следующие дебафы, покажи. Кто выносит? Сова, блять, выноси нормально. Это был не я. Ты был. Это я сейчас взорвал, сорян. А, сорян. Ребята, забрал. А сейчас кто выносит? Пожалуйста, сейф прямо сейчас прожмите. Вот вынесли, прожали сейф, будет взрыв. Молодцы. Пиц. Забрал. Ушел. Почистите как следует, ребята, и постарайтесь, ну, не ловить сейчас лишнее. Сейчас нечего по факту здесь ловить. Спокойно туннелем босса. Влад, агро, пожалуйста. Вышел. Понял. Забрал. Жмите, жмите. Влад, блять, нахуя ты это сделал? Ну ты то не агришь, тут то... Давай, уходи, уходи. Уходи, забрал. Птицу не бейте следующую. Хитие, вот и кто не пил на следующем командире изначально, сейчас не надо. Вот сейчас поты. Взорвал одну под боссом. Прыгаете в капсулу, будьте аккуратны. Забрал.
Там будет слева. Птиц, птиц, птиц. Саш, 15 стаков выходишь, 15 стаков выходишь. Взял. Мина, мина, дженга, дженга. Спокойно играем в босса. Появляются ады, спокойно играем в адов. Отходим от крутяшек. Ребята, не пытайтесь сделать лишнее. Следующую капсулу аккуратно готовьтесь, не спутайте главное. Короче, следующая капсула, вам нужно 3 поставить прямо под нас и 3 поставить под следующую капсулу. Все это поняли, я надеюсь. Дебафы выносите. Первый сидящий должен успеть 3 поставить. Я поставлю. Покажите этим слабакам, только жмет их велик тогда. Мобов этих. Они на тебе, надеюсь? А что с со стаками нам нет как бы дохуя? Босс. Сейчас под взрывы нам нужно будет колбаски. Я тебе скажу, когда ты будешь под взрыв еще кричать. Первый ставь. Поставил, поставил. Вот сейчас нужно нажать. Жмите. Кричи, колбас. Личное прожмите. Добрал. Личное, камень, камень, дженга. Граната в мили. Аккурат. Блять, что за даун? Yeah. Продолжаем. Ну я умер, заходи. Спиральку БР. Спиральку БР. Держу. Надеюсь. Смотрите, поставить. Нормально, там бабка залез. А, все, ну следующий туда ставили. Давайте. Кто там нужен? Нет. Будет, ага. Следующий сейв. Пошли, пошли. Угу, отлично. А, нормально. Ух, как больно бьет то. Ребят, с мобами разберитесь, пожалуйста. Забрал. Базу сунул. Да, херачить его просто ногами и все. Пожалуйста, не расслабляйтесь. Сейчас все, что у вас есть, нужно. Еще уе будет. Прохиливайте сейчас. Жмите, 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 жмите. Встаньте, 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 встаньте. В босса тупо. Все в босса. Забейте на адов. Ну, гранат хотя бы вынесли бы. Блять, да, задолбали, кто опять? Давайте не сдохнем еще. На 3 лямах. Что-то нагорел, конечно, да, в последний момент. Трандец. Какой был охрененный пул вот до вот этого, но...